Боец UFC Аскар Аскаров накануне вернулся в Дагестан. Его торжественно встретили в столичном аэропорту. Накануне он одолел своего соперника Джозефа Бенавидеса и стал одним из претендентов на титул чемпионата UFC. В данный момент на счету Аскарова 13 побед в профессиональном ММА и ни одного поражения. Поздравить спортсмена в аэропорт прибыли родственники и друзья, а также представители Минспорта Республики, члены администрации Хасавюрта и Ахвахского района.